Всем привет, на связи Мабу, и в сегодняшнем таком коротком видео я хочу сделать некоторое сообщение. Все дело в том, что примерно год, даже не год, скорее всего это было полтора года назад, я выпускал два больших таких видео по полтора часа, в котором рассказал про основы Android. То есть, посмотрев эти видео, вы уже могли что-то делать в Android разработке. Я переосмыслил всю эту тематику и захотел переписать эти уроки по основам Android, сделать их более глубокими, более широкими и немножко переосмыслив под современные тенденции. В общем, я решил записать такой курс по основам Android. Этот курс будет в открытом доступе. Как будет происходить обучение? При выходе каждого урока я буду анонсировать этот урок здесь на YouTube-канале. Под каждым видео будет ссылочка, вы будете кликать по ссылочке и переходить на мой сайт. И будут в ряд выложены все эти уроки, и вы сможете проходить. Там будет, скорее всего, текстовый формат, да, то есть объяснение, пример кода. Плюс каждому уроку будет ссылочка на код. Плюс, скорее всего, я уверен 90%, что я так сделал, в конце этой статьи по каждому уроку текстового урока будет видеоурок. То же самое, что в формате текста, будет видеоурок, в котором я рассказываю, как сделать ту или иную вещь. Это будет по основам Android. Для того, чтобы вам заниматься именно, для того, чтобы вам приступить к изучению этих основ Android, все, что вам нужно сделать, это установить у себя Android Studio. В принципе, все, потому что на первом уроке я буду показывать, как запускать пустой проект. Просто устанавливайте Android Studio и переходите к основам Android. Но если вы не хотите вот это все растягивать, изучение, потому что, ну, суть, я вам дам структуру именно основ Android и дам вам понимание именно основ Android, да, но для того, чтобы сделать полноценные мобильные приложения, вам нужно куча всего будет еще изучить. И если вы хотите полноценное обучение, чтобы я выстроил с выстроенной программой, с моей консультацией, чтобы я вас за короткий срок провел, да, профессию Android-разработчик, то я крайне рекомендую именно записаться на обучение, потому что это будет гораздо быстрее и четче, потому что вот эти основы Android — это лишь половина первой недели, то есть моего курса, то есть на первой неделе курса мы изучаем, ну, настраиваем Android Studio, естественно, мы изучаем основы Kotlin и основы Android. Так вот, все, что я вот выдам, это лишь будет на курсе половина первой недели, то есть вы можете изучать, конечно, в бесплатном доступе основы Android, но я вам рекомендую перейти на полноценный курс. Но тем не менее, в бесплатном доступе я вам расскажу полностью про все основы Android. Примерно урок будет выходить 2 раза в неделю, может 3 раза в неделю. То есть в неделю будет 2-3 урока. Я буду здесь на YouTube-канале своем анонсировать выход каждого из уроков и давать ссылку на свой сайт, на этот урок на своем сайте, где он будет размещен. Тем самым я простимулирую продвижение своего сайта и дам вам открытый качественный контент. Поэтому обязательно следите за выходом уроков. Это начнется уже на этой неделе. Так что, возможно, вам даже стоит включить уведомления на канале для того, чтобы получать уроки. Но если вы хотите, чтобы не YouTube присылал вам уведомления, а я лично отправлял уведомления, переходим на сайт, ссылка на сайт будет в описании. Наверху будет ссылочка, кнопка подписаться, кликаем по этой кнопке подписаться, вводите свой email, ну или социальную сеть, как вам удобнее. И тот источник, который вы укажете, я вам туда буду присылать лично вручную уведомления о выходе нового урока. Я все-таки решил более прокачивать свой сайт, потому что непонятно, сколько еще YouTube будет, не будет, там и затормаживают, не затормаживают, там непонятно. Сейчас на самом деле такое время настает, когда нужно прокачивать собственные источники предоставления контента. То есть раньше сайтами сайты это почти был единственный источник, как вы могли предоставить людям контент. Потом пришли на смену соцсети, и надобность сайтов немного упала. А вот сейчас, когда непонятно, что с социальными сетями будет, то создание опять, ведение своего собственного сайта, это на самом деле опять выходит на передний план. И тем самым я решил прокачать один из своих дочерних проектов, а именно проект Мабу, по разработке мобильных приложений и по обучению мобильной разработки. Поэтому я вот качественный контент я буду выставлять на сайте,
А на YouTube буду давать вам, буду презентовать какой-то урок или какое-то видео и буду давать ссылочку на то, где вы это можете прочитать или посмотреть у меня на сайте. Итак, мы уже стартуем. Я думаю, ну я не думаю, в понедельник, завтра выйдет первый урок. Но для того, чтобы ничего не упустить, вы подписывайтесь на канал, либо подписывайтесь на сайт. Ну, это все, что, в принципе, я хотел вам сегодня рассказать. Это с вами был проект Мабу. До встречи на наших уроках. Всем пока.